Всем привет, друзья, вы на канале Nuna Play. Мы сейчас находимся в BMG Drive и возьмем нашу машинку Tesla и будем тестировать. Сейчас немножечко я отъеду, вот здесь, например. Вот, отлично. Все, поехали. Сейчас мы протестируем машинку нашу. Все, отлично, сигнал работает. Так, вот здесь сейчас будем взлетать на такой платформе. Скорость у нас нормальная. Ох ты, ёшки-пашки. Опля! О, врезались мы в столб. И падаем на землю. Да. Тачка моя вообще помялась. Ё-моё, смотри. У неё живого места нету. Офигеть, вот это лист металла. Просто-напросто какая-то жесть. Ладно, давайте немножечко разгончика возьмем больше. Сейчас отсюда будем ехать. И еще раз протестируем тачку нашу. Все, нормально. Теперь у нас будет скорость повыше. Так, включаем фары. Все нормально, сигнал работает. О, сейчас будем разгоняться и взлетать. Уже помялись, ё-моё, давай, тачечка. Всё. Ёлки-палки, смотри, как она смялась. Офигеть. Сейчас проверим, вообще работает двигатель или нет. Нет, все. Да как этот двигатель будет работать, конечно же. Он просто сломался. Ёлки-палки, там все выковырочено. Офигеть. Все. Машинка в утиле. А давайте еще попробуем. Только в другое место я. Здесь еще один есть трамплин. Сейчас мы на следующем трамплине попробуем взлететь. Вот он. Видно его. Маленький такой трамплинчик. А-а-а! Врезался. Да ну, не вписался я немножко. Чуть-чуть не вписался. Еще раз. Попробуем вписаться. Там есть такое вот отверстие технологическое, которое мы сейчас с вами, ребята, попробуем попасть. О, давай. Есть! Попали. Ага, теперь отлетаем. Смотрим, что будет с машинкой. Опа! Ёлки-палки, смотри, как ее колбасит. Ух ты! Вот это у нас получилось. Чехарда такая. Все. Движок уже опять-таки не работает. Движок у нас сломался, ребята. Да. Интересно, протестировали тачку. Поехали еще раз попробуем прокатиться на нашей машинке Hot Wheels. Здесь надо нам забирать вот эти денежки. А с этими деньгами мы, ребята, потом будем прокачивать нашу тачку. Чтобы ее так не вело. Чтобы нормально ехала. О, есть. Заработали мы денежек. Так, ну у нас соперник тоже такой не алё. Еще пока слабенький. А ну, долетим, доедем. Давай. Ой, хорошо. Доехали мы. Нормально. Так, здесь. А, мы эту всю канитель перепрыгнули просто, представляешь? Офигеть. Так, здесь вот эти я знаю, я помню. Ребята, в эту игрушку я играл. Когда-то очень-очень давно. Наверное, лет 6 назад. Давай, еще немножечко. Есть. Бензинчик мы заработали, забрали. Ой, когда ж там уже будет финишная прямая? Так, не знаю. Тут не показывается. А вот, может быть, это уже финишка, нет? А, все, ребята, до финишки мы доехали, наконец-таки. Да, трасса пройдена официально. Замечательно. Ну, нам дали почему-то 2 звезды. Не сильно и много. Легкие деньги. Нет, спасибо, не надо нам легких денег. Мы отправляемся в следующий уровень.
Так, наш внедорожник давайте улучшим. Машина. Улучшение скорости. Давайте обновим. О! А что, еще можем обновлять? А давай возьмем хватка. Хватка. Так, на одной силе без схватки далеко не уедешь. Увеличь сцепление колес дорогой, чтобы извлечь максимальную пользу из своего мощного двигателя. Ну, понятно. Мне нужно скорость увеличивать, да? Ну, давай увеличивать скорость. Мы что, все деньги будем тратить, да? Ну, в принципе, мы улучшили, да. Но. О, подарок, подарок готов. Давайте откроем подарок, посмотрим, что там с подарком. Ага, 150 кристаллов, хорошо. Не, дальше поехали. Будем копить, ребятушки, на новую машинку. Так, а что за вертолетчик еще? Что за еще за вертолет? Так, наш, получается, соперник стал помощнее, я так смотрю. О, он провалился, прикинь. Он провалился в яму. Так, у нас уже 305 денег. 305 денег? 305 монет. Таких вот. Hot Wheels там монет. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ты чё переворачиваешься? Да, но она сама, я не знаю, ничего не делала, она сама перевернулась. Так, звездочку мне дали, рекорд. Давай, дальше поедем. Так, все. Что здесь мы можем хватку улучшить? Давай улучшим хватку обновим. Хватка это сцепление с колес. Колес. О, мне вот сцепление прям как раз и нужно было. Так, не хватает денег. Поехали. О, а можно машинку мне? Как? А, открыть бесплатно. Как? А полностью улучшим машину. Рип-рот. Рип-рот. Ёлки-палки, ребята. Ладно. Поехали на рип-ропе. На рип-ропот на первую машинку. Не знаю. Лет 6 назад я играл в эту игру. Но посмотрим, я сейчас вот прям начну играть в эту игрушку. Hot Wheels. И посмотрю, докуда я дойду. Больше дойду или так же. Ну, в принципе, игрушка интересная. Но когда ты прокачаешь машинки. Будут более мощные тачки. А, это смотри. Еще и переворачивается. Значит, нам тоже переворачиваться. Попробуем перевернуться. А, нет, не успели мы перевернуться. Ну, это понятно. А почему тогда наш соперник, по идее, он должен быть такой же, как и мы? Почему же он умеет так делать, а? А? Хватка. Ну давай, давай улучшим хватку. Так, 230. У нас не хватает денег? Почему? В смысле? Так, на одной силе без хватки далеко не уедешь. Ага. Давай, давай, нормально. Поехали, ребята. Прокачаем машинку нашу. Так, схватка должна быть очень мощной. Ну и мощность машинки нашей тоже должна быть не маленькой. Ой-ой-ой, ты чё блин? Чё-то не так с нашей машинкой, все равно, не знаю. Она какая-то не сбалансированная, я бы так сказал бы. Не сбалансированная пока. А прочность? А зачем нам прочность? Оставайся на четырех колесах как можно дольше, понизив центр тяжести. Помогает удерживаться на дороге, не давай перевернуться. О, в смысле? Вот это мне нужно прочность улучшать, конечно. Так, а у нас деньги кончились, ё-моё. Я потратил на ненужное. А то, что чтобы она не переворачивалась особо, мы это даже и не подумали. Ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, едем. О, успели, заехали, нормально. Так, здесь мы кружочек сделаем и заработаем еще денег. О, может быть, здесь можно было нам кувыркнуться, но не знаю. Да. Все, ну, хоть немножко больше мы проехали, но взорвали все равно. Да. Ага. Ага, прочность. Ага, вот все устроено, ребята. Немножко проехали, немножко улучшили машинку. Улучшили машинку, проехали немножко больше. И таким способом мы, ребята, все-таки прокачаем тачку нашу. Неплохо таки. Где-то в серии, я думаю, 20. 30? Да, 30 серий. Если я сниму 30 серий, ребята, то я уже, ребята, тачку свою покачаю конкретно. Причем, давайте сделаем. Вот, все, мы перевернулись и добавили, что-то там добавили. Типа, откройте новую. Ой-ой-ой-ой, давай вниз немножко спустимся, заберем денежки. О, слишком-слишком далеко.
Слишком далеко у нас что-то отбросило вниз. Да, бензин-то у нас, ребята, не вечный. Нам нужно срочно-срочно бензинчик. Нам нужен срочно бензинчик для заработки. О, вот эти штуки прикольные. А, я коснулся все-таки. Ёлки-палки, да. Взорвались. Угу. Давайте так, легкие деньги. Угу, спасибо. Прочность улучшить. А наклон что делает? Повышает скорость твоего вращения в воздухе. Только не спрашивай как. Ага, как, интересно. Ладно, давай прочность улучшать. Почему бы нет? Так, все, у нас закончились деньги. Ну, давай наклон увеличим немножечко. Почему бы нет? В принципе, у нас по наклону денег хватает. Все, поехали. Поехали, поехали. И наклончик сможем. Ой-ой-ой. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Все нормально, все нормально. Давай, вперед, едем. Да, тачка наша. Тачка, бедолашка. О, ускорение пошло, пошло, пошло. Денег заработаем побольше. Так, здесь что-то я не переворачивался. А, может быть, здесь перевернемся? Да-да-да-да. Давай, давай, давай. Ой, молодец, молодец. Успели, ребята. Перевернулись, и мы сундучок какой-то, ребята, может быть, откроем. Давай, давай. Не хватает у нас энергии. Тихо, 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 давай, давай, давай. Может, поднимемся? Нормально, нормально все. Так, пока я не особо понял, как что, куда. Чтобы машинка вообще не переворачивалась. Что делать? Вот здесь вот надо аккуратно ехать. Чтобы она на шарик не коснулся на шарик. И машинка не взорвалась. Ой, давай, давай, еще немножко, еще, давай. У нас, ребята, надо, короче, еще силу прокачать. Все, выиграли. Мы прошли трассу, реально прошли трассу. Угу. Ну, пока далеко до мы не дошли, чтобы прям 3 звезды получить. Ну да ладно, открыли мы зато третью трассу. А сколько там еще трасс? 8, 9, 10. Ух ты, какие трассы. 18, 20. Ой, нормально вообще. 30 трасс. 40, 45. О, здесь вообще, смотри. Да ё-моё, ребята, 60 трасс здесь. 60 трасс. Я думаю, мы это все, ребятушки, откроем. А давай скорость увеличим, да. Так, увеличение скорости и максимальная скорость. Полезно при подъеме на крутой склон. Выполнение прыжков и завоевание таблицы лидеров. Вот, вот это мне надо. Так, 190. Наклончик. Сколько он стоит? 110, давайте. Купим еще немножко наклончика. И нам нужно тачку эту полностью с вами, ребята, прокачать. Да, такая вот игрушка Hot Wheels. Если тебе понравилось, то ставь лайк. И обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые серии. Но скоро выйдет новая серия, ребятушки. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.